Это специально. Смотри, сколько... Приключения электроников. Где Сыроежкина у нас? А, Валя, красавца. Ладно, ну, хватит. Иначе вы будете такой же, как я, понимаете, станете. А вообще ты рот не закрываешь, когда говоришь. Все, не закрыть его. Ты должен закрывать его. Подожди. 20 гривен. Теперь нет, себя нет, еще. Нет, я хотел тебе в пасть засунуться. Не надо мне в пасть ничего засовывать. Пасть не для этого у меня. Все, да? Спасибо. Все, купили билеты, подходим. Вертикальные зрачки, роговые лопатки на голени от задней конечности, а спинка аркута на фабрике поезда. Спинка лягушка. Спина, напоминай, я говорю. Извиняюсь. Самая большая змея заповедника, это желтогрухий полос. Бывают, достигают размера около 2 метров, имеют все остальные спинки с сетчатым узором и медово-желтая брюшка. Питаются они ящерицами, грызунами, новорожденными зайчатами, также у них есть склонность к каннибализму. Шикарно. 100 рублей с каждым. Отлично. Дорогие. Следующий раз. Да. А вот это что там за корабль на горе? Фу. Станция. Да, пошли здесь сюда. Тимешки. Когда-то была. Когда у нас было одно большое государство. Давайте сделаем сосна за секунду. Я буду чем дальше больше расти, у нас развалы. Порядки такие. Это я догадывался, потому что если... Да. Когда у тебя вот там в голове будет жидкость, она ровная будет. Она есть там в голове. У меня не, да, портвейн. А что же делать? К сожалению, так место крови тут все время. Пока не пописала, она в голове, да. Пошли дальше. Не-не-не, если можно чуть-чуть. Обещаю. У подножья Везувия. Ну, а синонимы запоминайте, кажется, это Крымский трасс, или же, кажется, третье название, наиболее редко употребляемо, Черноморит. Так его называют. Что? Ну, это профессор был, прям. Фокус не удался, он вина напился, знал. Просто Черноморит. Все, да, что делать, скажи. Подожди, ты, я и так боюсь, что он тут пулемет. Включи, на. Включи сам, включай, я не знаю, потом ты меня фотографируешь. Молодец. Давай, маши, маши, маши. Он будет потом. Снимай камеру, я тебе захренел с объекта. Объект принес. Объект принес. Какой? Животное. Происхождение. Это кукузнечик, что ли? Это, да. Слушайте, ребята, их ее бесконечно много, ее. Что вы нашли чем удивлять? О, то есть только здесь есть так? Да везде, во всем Коктебеле. Да во всем Коктебеле их море. Снимай давай, эндемичный вид. Я еще крупнее ее намного. Она еще. Камон. Я тебе говорю, еще крупнее в этом, в Коктебеле бывает. Снимай, давай, Саня. Ну давай, боже мой, сейчас. Сейчас, ладно. На фоне вот этих гор там всего. Классно. Делай, класс, класс, заяхи. Ну ты держи поровнее сейчас. Шикарная вещь. Представляешь, парнушка снялся. Он сидит, сами позирует. Все. Да? Это ладно, Саня. Там были еще с желтыми, с красными еще были такие. А вот там же есть. Ну, конечно, есть, ребят. По большой косте так. А? По большой косте так. Я думаю, что вот тут без коза есть, а мы должны там кабан. Посидеть на ней или что? Нет. А для чего? Для декорации вам. Ну вот, я ее расправил на этом самом. Понял. Она же как развивалась-то? Ну да.
Мы на лодочке катались, золотистые, золотой. Не гребли, а целовались. Смотри, сразу убежали. При этих словах. Ну пошли наверх, Сань. Поднимемся просто и все. Можем даже шляпы помахать. Вот, мне, я уже камеру разбил уже. Ну да. Стены, арочек, все зависит от фантазии. Да, все как ты выпил, пацаны. То его зрите. Ну, для примера. Давайте возьмем вот эту довольно крупную фигуру. Саня, он туда всех курнул. Походящая на слона или же мамонта. Имеет очередное мрачное тюркское название, как шайтан. Морем тоже должны были бы показать. Ниже, который... то бишь... Жарить, да, да, да. И под кабанос малый. Вот это 10-12 сантиметров. Цветная ночница. И самое что удивительно, именно в этой части карабана постоянно встречаются три вида дельфина. Вообще это тоже очень много. Это афалина, Сейчас сказал, что позвали. Сегодня такие планы, да, у нас? Саш, ты понимаешь, в чем дело? Да ужас вообще. Я понял. Они еще хотят нас в золотые ворота завести. Ну, там ветряки. Я только оставлю эту фигню. Да, пойдем. Пойдем. Ребята, а можно у вас чуть-чуть проводим? Такой лишний раз. Не надо. Нет, мы просто сейчас стоим. Ты знаешь, что ты здорово стоишь. Да, я говорю, что ты не понятно. Класс-класс, опять у нас придет. Да, класс-класс, да яй, да, ты уже дочь. Все, туда. Саня, как мы остались? Ну, привет, мы должны двойной. Ко мне, я просто обернулся. Передо мной, я за тобой. Хорошо, хоть не могилу, Горик, пристрели, пока пистолет оттуда. Вот, ну, знаешь, какая гора интересная, как выдуло, да? Хорошо. Ладно, ладно. Ну, давай. Пока я иду, выключаю. Там просто шикарно получается на поле видео. Дельфин похоже, да. Темный свет один. Да, дельфины, дельфины. Давай по спине два. Иди туда, сходи. Камера со мной. Там встань на фоне солнца. А я дельфина одного сегодня на видео снял. Он прям в спину. Ну, я не могу найти тут. Так он тебе прям в спину. И он меня в спину покрыл. Я его в спину снял. О, нормально, о! Шикарный, вот это видео просто класс.